Меня зовут Галина Титарчук, я шеф-редактор новостей. Новости для меня – это постоянный драйв и творчество. Командная работа. За каждой экранной картинкой десятки людей, технические возможности, невероятное напряжение. Это потрясающая возможность ездить в разные районы нашей республики и страны. Работа придает мне уверенность. Мне стало проще общаться с незнакомыми людьми. Постоянно быть на виду непросто, но безумно увлекательно. Ни с чем не сравнимое удовольствие получить приятные отзывы от своих телезрителей.